И всем привет, дорогие друзья, с вами Стомакейн, мы продолжаем смотреть моды для Майнкрафта, это уже 268-я часть наших обзоров, и сегодня, друзья, у нас снова офигительнейший мод, который добавит нам очередные лаки-блоки в игру Майнкрафт. Да, друзья, я знаю то, что я вам обещал больше не делать обзоры на эти лаки-блоки, но эти лаки-блоки очень офигенные, потому что, если вы помните, то последние, которые мы смотрели, это были сумасшедшие лаки-блоки, и они были довольно-таки офигенные, потому что они включали в себя такие моды, как сумасшедший мод и другие. Поэтому, да, друзья, эти лаки-блоки, они называются черные, то есть это у нас Black Lucky Blocks, и они очень офигенны тем, что они включают в себя мод под названием Godzilla мод. Я думаю, многие из вас знают, что это за такой мод, и если нет, но можете поискать на ютубе, то мод очень офигенный, и сами Lucky Blocks довольно-таки офигенные. И я думаю, это вот это будет самый последний выпуск с Lucky Blocks, потому что я больше не буду на них делать обзор. Ну, ладно, друзья, все. Надеюсь, мы наберем на этом выпуске 4000 человек, было бы очень и очень здорово, и я был бы очень рад, и вот та бы свинка не упала со скалы. Поэтому, да, друзья, давайте приступать, и что же нам нужно, чтобы получить эти новые лаки-блоки. Крафтятся они вот таким вот образом, то есть просто 8 гостей и один раздатчик, мы получаем лаки-блок. И здесь все то же самое, то есть обычные лаки-блоки, very лаки-блоки и unlucky-блоки. Что ж, давайте теперь мы будем смотреть, как это все работает. Вы можете видеть, я на себя делал алмазную броню, чтобы нас не уничтожали слишком быстро. И да, друзья, что ж, мы сурвайвили и погнали. Первый лаки-блок, который мы откроем. И, кстати, друзья, я о них мало чего знаю, я специально это сделал, потому что я хочу разделить ощущения с вами, то есть мы посмотрим и удивимся вместе с вами, точнее, я удивлюсь вместе с вами. Поэтому да, друзья, что ж, приступаем, 3, 2, 1. И вау. Очень интересно. Следующий, ух ты, эндер-мчужины и эндер-глаза. Отлично, отлично, но это пока ничего интересного. Обсидиан, просто обсидиан, довольно-таки круто. И, в принципе, не очень интересно, опять же, но мы идем дальше. Опять же, ничего, довольно-таки странно. Алмазный блок, еще, еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно, спокойно, спокойно. Боже мой, просто посмотрите на эту на эту башню из алмазных, изумрудных, золотых блоков. Это просто офигенно. И на самом верху у нас еще один этот черный лаки-блок. Ну вот это, мне кажется, очень офигенно. Если я эти лаки-блоки поставлю в мой проект, как он называется, лаки-битвы, то если мне эта штука выпадет, то я буду просто богат. Да, друзья, кстати, обязательно ставьте лайк, если вы хотите увидеть эти лаки-блоки в проекте лаки-битвы. Поэтому, да, друзья, я не очень хорошее место здесь выбрал для открытия лаки-блоков. Ну ладно, что ж, продолжаем. Откроем следующий вот здесь. И... об этом я и говорил. Да, друзья, но мы не расстраиваемся, потому что мы сможем спокойно их взять и продолжать их открывать. Только, блин, какое же здесь неудобное место. Ладно, будем продолжать их прямо здесь открывать. И ничего не упадает, ничего. Я специально смотрю вверх, потому что некоторые лаки-блоки, они просто падают... Точнее, не именно лаки-блоки, а именно вещи из лаки-блоков падают куда-то снизу. Боже, какое же неудобное место. Сейчас я перемещусь так, еда. И давайте включим креатив и просто улетим подальше. Просто очень-очень далеко. Ну, мне кажется, я уже прилетел. Оставимся здесь, потому что как-то... хотя вот там вроде бы равнина. Давайте все-таки до тут долетим. И надеюсь, нас не подорвут, потому что я не хочу каждый раз сюда летать после того, как нас взрывают или убивают. Ну вот, мне кажется, хорошее место, чтобы смотреть лаки-блоки. И поехали, друзья. Нам дали, кстати, землю в предыдущих лаки-блоках, которая вообще нам не нужна. Иди отсюда. О, боже, Майнкрафт лагает. Так, окей, следующие лаки-блоки, они вот они здесь и... Что? Что? А, я же в креативе, окей. Выходим из креатива и продолжаем. Lucky Villager. Lucky Villager с самыми обычными трейдами, я так понимаю. Да, друзья, ничего интересного, поэтому мы продолжаем и... Опять очередной хороший дроп, но это ничего интересного, поэтому идем дальше. Специально отхожу, потому что я боюсь. Я реально боюсь, что я опять взорвусь или что-то страшное со мной случится. И... броня для лошадей, не очень интересно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. За что? За что? Почему меня все время должны подрывать? Почему именно меня? Почему? Ладно, друзья, давайте прямо здесь их открывать, потому что я не буду просто туда летать. Цветочек, о боже мой, Romantic Rose, романтическая роза. Супер, супер. Ух ты, у нас живот здесь прямо есть. Я дурак, ладно, неважно. Давайте мы следующий откроем, прямо вот здесь вот и... Опа, монетку. Кстати, здесь опять же новые колодцы есть и новый дроп из колодцев, поэтому давайте посмотрим. Так, и... Тортики, yes. Lucky you, то есть мы удачливые, нам попались тортики, отлично, это круто, поэтому мы идем дальше. Так, идем сюда, и просто Lucky Sword, я так понимаю, да, ничего интересного, стандартный дроп, и опа, опа, ой-ой-ой, что происходит, почему их так много? Целая башня из черных Lucky блоков, ну, не прямо целая башня, а откуда этот маяк? А, окей, он из этого. Ладно, да, друзья, вот какая у нас башня, давайте прямо здесь их откроем. Мистер Рейнбоу, ну, ничего интересного. Я боюсь, я боюсь. Мы подорвемся. Кольчужная броня.
Ух ты. Изумрудная руда. Неплохо, неплохо. И, опять же, ничего. Как же плохо. Но я хочу дропы с модом на Godzilla мод. Нужен. Так, сундук. И что же мы получаем? Ничего. Просто сундук с ничем. Это очень офигенно. Спасибо. Еще один колодец. Давай. И... The animals give you diamonds. Животные дают мне алмазы. Причем здесь животные? Ну ладно, спасибо за алмазы, спасибо. Что, друзья, да, вот такой вот у нас был офигенный дроп. И, опять же, ничего. Алмазные мечи. Хорошо, яйца и алмазы, да? Да, алмазы, отлично. Кстати, алмазные мечи такого раньше дропа не было. Мне кажется, или я, может, это путаю. Но ладно. Книги, ну, очень интересно. Не очень они нужны. Губка. Очень много губок. Боже мой. И все, да? Вот просто башня из губок. Отлично, интересно. Так, друзья, что там вообще летает? Я даже не буду говорить, на что это похоже. Ладно. Что ж, идем дальше. TNT. Хотя бы они не активированы. Куча ростовных вещей, которые мне не нужны. Стол с очарований. Угу, интересно. Lucky Sword очередной. Еще черные лаки-блоки, отлично. Так. Алмазно, еще. О мой бог, опять то же самое. Боже мой. Только они потом все исчезли, не знаю почему. Ладно, друзья, ладно, идем дальше. Следующий лаки-блок, быстренько открываем. Опять ничего, странно, почему-то не нравятся мне эти дропы, которые ничего нам не дают. Давай. Стекло, часы. Ну же, давай. Нет, неинтересно. Так, должно вот именно сейчас мне что-то. Animal Defender, то есть защитник животных, но... И все, это просто переименованная корова. Да, друзья, да, это просто переименованная корова. Открываем опять. Нет, все-таки всего лишь один блок. Боже мой, я думал, все, сейчас опять начнется. Ну ладно, нет, продолжаем. Stampy Longhead. Просто оцелот, который сошел с ума. Окей, пока меня не убивают. Мне это нравится, то есть пока я жив. И это очень странно. Кэмел, верблюд. Что с автором этого мода? Почему он наркоман? Боже мой. Что, простите? Нет, не трогай меня. Не трогай, нет. Спасибо. Да, друзья, вы можете видеть, эти чертовы черные лаки-блоки спавнят эндер-дракона. Вот куда это годится? И теперь мне не даст сделать обзор модов, потому что он... Хватит. Все, успокойся. Эндер-дракон. Вот. Я полетел, друзья, я ухожу. Я улетаю отсюда, куда подальше. Не трогай меня. Не трогай. Зачем я тебе нужен? Друзья, мне кажется, мне... Да иди. Итак, друзья, я вернулся, и, как вы можете видеть, мне пришлось заспавнить просто новый мир, потому что, вы сами понимаете, что произошло. Поэтому, да, друзья, я просто сделал плоский мир, чтобы нам было все хорошо видно, и поэтому, да, друзья, поехали открывать лаки-блоки. Что ж, следующий, и, да, друзья, вот так, таким вот образом, и губка, ну, опять, только не хочу на это смотреть. Диски, неинтересно, звездочка адская, неинтересно, так. Ну, алмазная руда, неплохо. Железные блоки, я так понимаю, да. Ну, тоже очень хорошо. Так, колодец, очередной колодец, обожаю колодцы, и... You need help. Тебе нужна помощь. Ребята, я действительно боюсь, мне кажется, сейчас тут что-то рванет. Но, вроде бы нет. Ладно, золотые яблоки, это хорошо, поэтому мы продолжаем. Чёртовы слаймы, сейчас они мне будут... Вот это меня затроллили. Я так понимаю, если бы это не был плоский мир, я бы провалился очень глубоко, а не просто в конец мира, но... Хотя, возможно, и в конец мира, мне кажется, эта штука бесконечна. Ладно, да, довольно-таки круто меня затроллили, но... Очередной колодец, да что ж такое, ну-ка. О мой бог. Не знаю, как я выжил, но я выжил. The Animals Want Revenge. Да чем здесь вообще животные? Почему они хотят мстить мне? Не знаю. Ладно. Еще один колодец, да что ж мне так везет? Ну-ка. Лол. Что, вот это все? Вот это вот ваш лоу, да? Просто еда. Классно, идем дальше. Так. Сотый блок. О, боже мой. Башня из маяков. Где вы еще такое увидите? Да, друзья, просто офигенно. Ничего. Нет, губки. Черт, вы губки. Не надо мне губок. Очередной колодец. Да что ж такое? Я вообще не понимаю, что происходит. Нет. Это за что?
Что происходит? Ладно, ладно, друзья. Заметьте то, что мне еще ни одного дропа из Годзилла мод не выпал. Как-то странно, мне кажется, эти дропы очень редкие. Очередной Animal Defender. Да вы издеваетесь. Я выжил. То есть, да, друзья, мне кажется, они очень редкие просто собачки. Окей. Клюкингтон. Окей, Клюкингтон. Да, ё-моё, что с этими колоссами? Меня перекинул. Ой, нет. Я не хотел это делать. Ладно, меня опять уничтожили. И давайте все-таки начнем, мне кажется, с варилаки блоками. Боже мой, отстаньте от меня, слоймы. Начнем с варилаки блоками и посмотрим, что же нам выйдет из них. Так, яблоки, много яблок. Ничего. Эй, они за мной ходят. Ну да, очередная башня из всего подряд. Губить. Ненавижу тебя. Так, отлично, стандартный дроп. Деревянный меч. Еще один колодец, да что ж такое? You need help. Опять мне дали золотые яблоки. Так. Ну, в принципе, пока ничего интересного. Майнкрафт начинает лагать. Опа, сено. Изумруды, алмазы. О боже мой, да, очень круто. Так. Окей. Мне кажется, мы бедную собачку убили. Алмазный меч. Lucky Villager. Я просто убегаю от этих чертовых слаймов. И очередная башня из черных лаки блоков. Окей, неплохо. Что мы имеем здесь? И здесь. Черт. Ой-ой-ой-ой. Боже мой, просто... Ненавижу вас. Просто чертова башня из железных блоков. Так. Лук, кто мне бьет? Не трогай меня. Ненавижу вас, ненавижу. Вот я прямо здесь затусуюсь вместе с коровами. Интересно. Неплохой дроп. Так. Лук, стрелы. Что мы имеем? Еще колодец, давай. Животные дали мне алмазы. Опять. Ну, ладно, друзья. Ну, мне кажется, стоит переходить уже к точнее, просто к аналоги блокам и посмотрим, что же нам из них выпадет. Мне кажется, сейчас мы будем убирать каждый... Я даже не успел заспаунить, чертов, этот... взять себе этот блок, но меня уже убили. Что? Furious Destroyer Soul. Вы издеваетесь, опять чертов дракон. Мне не пофиг на него. Не трогай меня. Не просто убил слайм. Так. То. О мой бог. Ну, клетка. Ладно, друзья, мне кажется, на этом мы закончим этот выпуск. То есть вы могли видеть то, что есть офигенные новые дропы, но почему-то мне не выпал ни один дроп из чертового Годзилла мода. Ну, возможно, они слишком редкие. Возможно, мод просто недоработан. Поэтому, да, друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Кейн. И до новых встреч.